Бля! Уходи, запись вонючая. Всем привет! Вы на канале Сурнов Никита. Ну, точнее, лучше, наверное, говорить, вы на моем канале, с вами я, Сурнов Никита. Блин, как тяжело сделать свою фамилию брендом, да? Сурнов Никита. Вот почему-то Сурнов как-то хз. Может быть, Сырков? Все-таки лучше будет. Ладно, мы продолжаем проходить The Walking Dead. Выбор сезона. Что ж, у нас второй сезон. Путешествие Клементины продолжается, и она учится выживать в мире, который давно и прочно сошел с ума, когда каждый думает только о себе, кому можно доверять. Охо. Охо. Охо, а чё так громко? Играть, помощная стройка. Что-то громко. Мне прям что-то долбит. Восстановление. Что со звучкой, бля? Так, ну допустим, норм. Так, играть. Загрузка сохранений. Ну... выбор главы. Начать эпизод 1. Второй эпизод, третий эпизод, четвертый эпизод, пятый эпизод и все, да? Так, не смотрю, чтобы не спойлерить тебе ничего. Эпизод 1, все, что осталось. Ну, что ж, начинаем. Вот. Ну, знаете, для многих, наверное, это был неожиданный поворот. Когда Лита умирает, а потом оказывается, что все-таки Клементина основной персонаж игры. Ну, это очень интересно, знаете, это как, типа, они решили не делать игру про Клементину, а потом, что ж такое, вонючий свет. Как называется, когда... Приквел, во, приквел. Сиквел это потом, приквел это то, что было. То есть они сразу решили как бы делать все постепенно. Ну ладно, молодцы, молодцы, интересно. Выбор главы, все, что осталось. Начинаем. Импорт сезона 1 экономия. Второй сезон «Ходячим режимом» строится на основе выбора и последствий первого сезона. Теперь игра автоматически выполнит поиск в вашей системе файлов сохранения первого сезона с завершением эпизода. А, ну это... Это логично. Как еще? Вот мне интересно, как игра начнется, если ничего не найдет? Сохранить файл найден. Сезон первый файл сохранения был найден. Теперь вам нужно выбрать сохранить слот из первого сезона, чтобы продолжить. Ладно. Играть без экономии? Чё за бред? Как можно играть нормально? Это же совсем другая игра будет. Ранее в «Ходячих мертвецах». Как тебя зовут? Я Клементина. Ты через все это сама прошла? Я знаю, кто ты, и знаю, что ты убийца. Теперь мир устроен так. Ли, это плохие люди умерли. Надеюсь, ты понимаешь, что с ней делаешь. Попала. Молли сказала, что из всей саванны люди остались только в Кроуфорде. Значит, мои мама и папа должны быть там. Хорошо, можешь пойти, но обещай, что будешь вести себя тихо. Клементина? Клементина! Блядь, уродский момент. Графика, кстати, другая. Понимаешь, я знаю, что такое быть отцом. В отличие от тебя, я не буду подвергать ее опасностям. Не видела своих родителей. Знаю. Тебе нужно меня застрелить. Ли, нет. Найди Амиду и Кристо. Такой квадратный пестель прям.
Как будто графон изменился, вам не кажется? Как будто что-то изменилось. Что-то есть такое. Если что, FPS на вебке падает из-за загрузки. Delta Games Presents. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Сколько ей лет? Ей до сих пор 9? Эпизод 1. All That Remains. Спасибо за перевод. Что-то эта игра как-то плохо переведена, нет? Что скажешь? О, это все-таки они. Амит, ты, наверное, шутишь. Нет. Ну уж нет. Почему нет? Потому что... О, ну ладно, тут выглядит прикольно. Но! Меня все равно не перестает вымораживать то, что... Они, блядь, броня. В нашем мире невозможен зомби-апокалипсис, потому что мы не такие тупые. Мы бежим, когда опасность. Броня нужна, очевидно. Бля, в каком фильме сделали броню, по-моему, в это... Война миров Z, там типа этот был... как он? Брэд Питт? Да, по-моему, Брэд Питт сделал себе броню из этих... Из книжек и скотчей. Гениально! Вот, ну, в экстренной какой-то ситуации, да? Они их... Скотч весь забрали, что ли? На Луну? Я не понимаю, зачем? Кому столько скотча надо? Плюбасу есть запасы скотчей. В любую хату зайди, должен быть рулон скотча. Да ладно тебе, Криста, что не так в имени Амид? Мы не назовем ребенка Амидом, одного тебя достаточно. Клементина, помощь нужна? Так, нет. Я хотел проверить, пауза ставится или нет. Может... А если это девочка? А если это девочка? Тогда назовем ее Кристой. Но Криста это я. Не хочу называть ее Кристой. Это просто создает путаницу. Значит, назовем ее Женевой. Как это все равно. Ты не воспринимаешь это всерьез. Я ко всему отношусь серьезно. Особенно к будущему крошке Амиду. Будешь болтать, останешься ночевать под дождем. Помнишь, как было в Барстоун? Вспомни выходные в Лас-Вегасе. Так. Может, ты приведешь себя в порядок в дамской комнате, Клем? Надеюсь, умывальник там работает. Я бы на это не рассчитывал. Только будь осторожна и ничего не забудь. Мы будем за соседней дверью. Ладно. А если там кто-то есть вообще? Не знаю, как... Эй! О, what? Убедись, что в ванной безопасно. В ванной безопасно. Используй левый джойстик, чтобы идти. Ага. Так, и то есть... Нифига там хитбокс огромный. Что это? Пупе. Пипи-пупу. Пипи-пупучек. Ух. Ну не может быть же в первой кабинке, что кто-то будет. Да не, вряд ли вообще кто-то будет. Но если сейчас они с самого начала укусят эту беременную. Ну я думаю, что-то с беременной будет, потому что... Потому что всегда нужно что-то сделать с беременными. Это или будет проблема с детенышем, или ее укусят, не смогут спасти детеныша, вспоминаем The Last of Us, там. Ну или что-то такое, короче. Ходячим мертвецам не хватает объяснений, что за вирус и так далее. Тут просто, понимаете, в сериале, в играх просто вирус. Просто вирус, типа. Никаких объяснений, никаких логичных штук. Может, в комиксе это как-то хз работало? В сериале вот, и в игре особенно в этой, столько тупых моментов, реально. Вот когда
Челы, ну, очень тупят. Стоят. Там не могут попасть по башке, не знаю. Пожалуй, можно привести себя в порядок. Что делать? А. Всех умывальников начальник и мочалок командир. Уф. Ну, графон точно поменялся прям. Ну, тут он какой-то дешевле выглядит. Бутылка воды. Кран. Это обучение, что ли? Только бы здесь была вода. Капец, у нее пушка. Это она так умываться будет? О, фига она чистая. Нет. О, черт. Так, ну там же никого нет. А где бутылка? Ну там же никого не было. Бля, может вот тут вот соседний? Фу. Ого. Бля, а вещи-то там. По-моему, куколку нельзя так просто оставлять. Ой-ой-ой. Привет. I see you. Я тебя вижу. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Ты кто? Не твое дело. Мне что-то сделаешь. Только если будешь делать глупости. Выходи. У тебя что-нибудь есть? Давай, показывай. Нет, это все, что у меня есть. Это все? Как ты столько протянула? Я серьезно, что у тебя еще есть? Это все? Не ври, пристрелю. А давай все, что у тебя есть. У меня ничего нет. Дай сюда кепку. Нет. Где ты ее взяла? Папа подарил. Давай ее сюда. Какая мразь! Хлам, хлам, хлам. Ты посмотри, сколько хлама. Дерьмо, дерьмо, очередное дерьмо. Почему у тебя ничего хорошего нет? Как у тех, кого я заставляла. У них куча полезного дерьма была. Хороший был улов. Ничего того... Хорошего нет, а ты мелкая рыбешка. Будешь плакать, рыбешка? Это твой папашка? Ну и придурок. Нет, ну нет, ну нет. Ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Да бля, я так и знал, что кого-то из этих убьют, блядь. И так быстро, сука, в начале самом. Только началась игра. Мразь. Ну ты мразь. Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я не хотела. Я не хотела. Ну, тварь. О боже. Амит.
Ну за что? О боже, Амит, Амит. Ты меня слышишь? Амит. Амит. Ну на... Из-за нас, да? Мы виноваты. Бля, дверь остается открытой. Нахрена он ее... прикрыл. Из Walking Dead. Название сразу такое, типа... Ты знаешь, куда ты попал, чел. Здесь ты будешь плакать и страдать. 16 месяцев спустя. А почему это не приводит? Может, я не знаю, что такое later... В латер. Что такое латер? Это доспехи? 16 месяцев. Криста, не молчи, поговори со мной. Ну, 16 месяцев? Это ж год! Это ж капец как много. Ей сколько уже? 11? Ей лет 12 уже. Бедная Криста. Ничего не получится. Посмотри, это безнадежно. Дерево сырое не горит. Что еще мы можем сделать? Наверное, надо найти то, что будет гореть, не знаю. В темноте и под дождем это не так легко. Это должно делать... Это ты должна делать, а не я. Поддерживать огонь, чтобы можно было приготовить еду и согреться. Ты должна это уметь, Клементина. Иначе... А ребенка потеряли, что ли? Нам нельзя надолго оставаться в одном месте. Это слишком опасно. Надо двигаться дальше. Мы все время только то и делаем, что идем, но так и не можем никуда прийти. Мне очень холодно. Думаешь, сейчас холодно? Вот доберемся до Веллингтона, тогда посмотрим, что ты скажешь. Если доберемся. Ой, я не могу. Год! 16 месяцев? 16 months later. 16 месяцев прошло. Год! Они хотят сказать, не было... Или там недель. Ну что это за бред вообще? Каких 16 недель? Никто так не говорит. За 16 месяцев они не нашли ни еды нормально, ни одежды, ни хотя бы походных рюкзаков. Реально? Я не могу на это смотреть, это так тяжело, блядь. За год она не научилась разводить костер. Они не нашли книг по выживанию? Бля, это... Я бы первое, что бы нашел, я даже, наверное, скорее куплю это точно, книгу по выживанию. Чтобы там были все полезные штуки. И вот реально, если такая хрень какая-то начнется, какая-то вот, когда надо будет выживать, ну... На самом деле, мне кажется, это маловероятно. Но все же, на всякий случай. Вот, все, книга. Где все описано. Как разводить. Точно я знаю, можно, типа, что-то сделать даже с сырой... этими сырыми ветками. Вот. Я все сказал. Эта морось превратится в ливень, потом град, и слякоть, а затем и вовсе снег выпадет. Это будет нелегко. Палатки! Будь не близкий, думаешь, доберемся, а там будет лучше, верно, безопасно. Безопаснее, чем здесь, потому что там холоднее. Во всяком случае, это говорят. Надо идти дальше на север. Нам надо... Ну, я думаю, то и то говорить нет смысла. Нам надо добраться до Веллингтона. Приложим все силы.
Пойду еще дров поищу, поддерживая огонь. Yes, sir. Ma'am. Sir, ma'am. Ma'am, sir. Ой, бля. Они как будто ничего не лутали. Гении. Найти способ убивать ходячих нормально. Я не знаю, какое-нибудь длинное копье огромное. Найти зажигалку, чтобы зажечь снова. Зажечь. Снова зажечь огонь. Эх, Ли. Хлам, хлам, хлам. Сейчас будем выбирать, что жечь. Зажигалка. Явно надо было не зажигалку ей, а спички охотничьи. Чего у нее там еще за помойка вообще? Сейчас будем выбирать, что сжечь, реально. Вот вы бы что сожгли? Чик. А, надо... зажечь и держать. О, нифига. Вот это интерактивность. Добавили нормально. Ну ладно, это прикольно. Лучше, но еще недостаточно. Огонь слишком слабый. Сжечь фотографию Ли. Ну. Мне кажется... О, what? О, мы не сожгли фотку? А я не успел ничего залутать. А может ничего и нет? Блин. Не, ну, встретив... Там, кстати, каннибалы-то очень быстро появились, да? Там сколько прошло? Месяц? Два? И уже сразу каннибалы? Это, мне кажется, они и до этого уже были какими-то нехорошими, да? Типа за два месяца уже каннибалами стать? А чё за два года случится вообще? Не хрен нам врать. Ты кого дурачить пытался? Скажи правду, и тебе ничего не будет. Ты что, издеваешься надо мной? Где остальные из твоей группы? Я тут одна. Она врет. Хватит, гнай, дамочка. Криста, беги! Эй! What? Она не сбежала? Блин, да иди ты сюда, быстро! Вот гнида. Черт! What? Ого! РТ. Воу-воу! Да блядь! Теперь на другие кнопки нажимать надо. Оставь меня в покое. Тогда, блин, убегать не надо. Хватит. Устегни, да ты мелкая, о господи. Ого, она. Выходи. РТ, это левый. А, фак. Бля, я же выбил. Господи, да ты что, блин, издеваешься?
Ну уже девочку, да бля! Блядь, ты меня окончательно достала! Извращенец. О, вали его! Давай, зомбярь! Давай, кусай его! Нефиг! Зомби! Бля, зомби поприкольнее выглядят. О! На, получай. На. Приятного аппетита. Ого, страшилка. Ну ладно. Она хотя бы тут пыталась бежать. Не надо. Беги. Ну да, это было, по-моему... Ой-ой-ой. На улице машинка. Все, мы без Криста. Я хочу найти на Озоне книгу по выживанию. Пока ничего не происходит. Ищу. Подожди, ничего не говори. О, энциклопедия «Выживание в лесу без компьютера». 500 рублей. Нормально. На Озоне. Вообще, если начнется какой-то пиздец, нужно идти на склады Озона. Там столько, наверное, всего, бля, прикиньте. Немножко надо будет, конечно, постараться зачистить этот склад. Ну, бля, сколько там вещей полезных. Ну, и говна какого-то тоже. Ну, прикинь, сколько полезного. Блин. Я всегда хотел оказаться в ТЦ-шке какой-нибудь. В ТЦ. Сколько там еды. Ну, хотя, вот так вот, я работал в ленте. Ну, мясные все штуки там, они испортятся день, два, три. То есть там уже очень много пропадет. Очень много консерв. Блин, на складе там такие склады огромные. Блин. Ой, я размечтался. У меня такая мечта, чтобы вот, ну, типа был зомби-апокалипсис, как вот в «Ходячих мертвецах», но при этом я выжил и начал бы лутать, знаете, вот эта вся, короче, тема. Выживание, лутание. Прикольно. Мне нравится, возможно, в вещах рыться, искать что-то полезное. Когда находишь что-то полезное, такой кайф. Как в казино. Чисто в казиноч. Так, ускоренная. Так, больше ничего нельзя. Kids Camp, детский лагерь. Или детская конь. Не, камп, не камп. Схватить лестница. А, ну да. Физуху-то... О, а, не... Подтянулась. Ну ладно, она еще маленькая. Девочки... Я когда тэквондо занимался, там одна девочка 100 раз отжалась. Ну там, по сути, мышц-то и нет. Ну и... Криста, ты здесь? Ну и этого тоже нет. Как он называется? Веса-то особенного. Кар-кар. Кар-карыч. Кто здесь? Явно не Криста. Ну, графен реально кайфовый. Она такая приятная стала. Какая-то менее... Короче, какая-то более округленная, да? Не, вот так вот вообще без каких-либо припасов в лесу это пипец. Но я что-то не рассчитывал, что так быстро мы начнем что-то делать, потому что я... тут нету... где ускорение?
Предупреждающий знак. Be aware. Опа. Не надо. Не надо на нас выпрыгивать. Подожди, она вот быстрее, да, идет? А, да. А, не, на другую кнопку сделали ускоренный бег, ходьбу. Там, наверное, пипяу. О! Что с деревяшкой было? Она как будто была вполая. Или как это? Впукнута. Выпуклая и впукнутая есть же, да? Да, с такими кустами, конечно, стрём идти. О, в лесу. Не, ну ей явно нужна книжка по выживанию. Блять! Пугала. Ворона. А может быть ворона. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Лиса. Доги. Хай, Сэм. Сэм, Сол. Все хорошо, песик, все хорошо. Good boy, надо говорить. Good boy, good boy. Сэм. Что ж, приятно познакомиться, Сэм. Нет, нельзя в игры про зомби добавлять собак, они умрут. Что он делает? Гав. Сэм, ты куда? Подожди. Да. Вот так он взял и послушал. Ну, собаки слишком непредсказуемые. Могут начать просто так лаять, убежать куда-то. Ау! Они же говорят hello, типа привет. Похоже, тут все перерыли, но все перерыли, но кто знает. У меня, кстати, вот точно так же урчит. Поищем-ка тут еду. Ба. А может быть ворона? Ну вряд ли. Тут будет еда. Похоже, когда-то они были счастливой семьей. Надеюсь, они хоть где-то еду оставили. Блин, а чё они собаку не взяли? Опа. Кто это? Ничего съедобного. Это брокколи? Это какая-то крутая брокколи? Гриль. Котелок. А как? Подожди, а как? Это настолько давно, как собака выживала тогда. Ну тут что-то вообще съедобным ничем не пахнет. А как же есть корешки, бересту, травку? Ну, червяков. Червяки же пустые. Ищем дальше, Сэм. Как же летающая тарелка бросить? А как же есть жучков и паучков? Блин, ну жуков хавать, конечно, стрём. Ну, наверное, пришлось бы, если бы вообще ничего не было. Hey, wanna play? Эй, поиграть хочешь? Catch? Будешь ловить? Гов-гов. Окей. Хорошо, принеси. Нафига он крутой, Сэм. Сэм Винчестер. Молодец, Сэм. Так, че, ничего? Вудфейс ничего?
Что это? Палатка? От палатки мало что осталось. Скорее всего, ее мародеры разломали. Мародеры. Как думаешь, здесь кто-то спал? Не могу сказать. Сэм, пожалуй, не будем ждать, а выясним. Так, она же видела на фотке собаку. Она же должна понимать, что здесь были челы, чья это собака. Блин, мародеры. Еще хочешь? А вот хз, а как не мародерить? Типа, тебе говорят, мародер. А как не мародерить? Все же мародеры, получается. Кто лутает. Тебе наверняка этого не хватало. Мне так точно. Опять же, можно мародерить ради еды, когда ты... Ну, бля, короче, как это вообще работает? Почему ты, например, залутал чью-то квартиру, ну, кто уже мертв и так далее, то ты мародер. Или не так? Ой-ой-ой. Черт. Ну, весело было, правда? Да, ты прав. Ничего зря силы тратить. А, чё? О-о! Три разных ракурса сразу. Так, о, мусорный бак. Бля, надо было изначально в него лезть. Ну, поехали. Here we go. Ой, да я так каждый день делаю. О, боже. Спасибо. Смотри, Сэм, банка. Теперь надо только чем-то открыть. О, фасоль. О, бля, ну фасоль, она очень питательная. Много белка. А, ты чё? Что такое, Сэм? Надо вести себя тихо. That's where we'll be quiet. О, боже. На гриле еды нет, в холодильнике пусто. Ненавижу мародеров, они все забирают. Ну а как еще, лол? Ты тоже мародер, получается. А, вот. Ты же тоже мародер. Ну, а вот и нож. Все хорошо, он мертв. Смотри, у него укус. Похоже, он хотел его вырезать. Реально. Но это не работает. Никогда. А вот не надо. В сериале это работало. В сериале это работало. Это работало в сериале? Я что-то уже не помню, подожди. А это работало вообще? Кому-то ногу, по-моему, отрубали. Кто-то был без ноги. Но он выжил. По-моему, деду. Да, он там на костылях ходил. Так что... Это работает. Просто надо это было сразу делать. Но не вырезать укус, а рубить. Все хорошо. Мы умные, а он нет. Мы умнее их всех. Да хватит жужжать. Он нам ничего не сделает. Все хорошо. Так, ну, как думаешь, он сам себя привязал или его кто-то заставил? Ну, зайди с другой стороны, лол. А, во. Я бы просто, ну, из-за дерева как бы сбоку достал бы и все. Отойди, ладно? По башке. И закрепляющий. И закреп... О, реально.
еще один. Ну и ультра-мега-ласт. Ну и добивающий. Все. Видишь, надо только к ним близко не подходить. Такой пёсель. Карман. Мне хочется думать, что если бы он был жив, они бы захотели тебе помочь. Ничего. Так, ну это было хорошо. Что мы все осмотрели. Че, крутой нож? Фу, так... Блин, я не понимаю, как может быть, что кровь на коже их, да, тебя не заражает. Там еще что-то, да. Но укус заражает. Или, например, тебя поцарапали костью. То есть, если их кровь попадет в тебя, ну, например... А почему через кожу не может? Или там через глаза, или рот? Просто, ну, в Сирике, по-моему, было, что что-то такое было, но никто не заражался. Они там все такие, в крови этих. Че, довольно острый? Ладно, похоже, дела идут на лад. Только бы не было испорченное. О, блин, звук приятный такой. Please don't be ugly. Don't be ugly. Пёсич. Наверное, ты тоже оголодал. Ну, я не могу не дать ему, блядь. Вот, ешь. Бля. Эй, все, не ешь. О, сука, мразь, Сэм, пидорас. Гондон. Жесть. Ты чё, Гондоныч, Сэм, я любил тебя. Я боялся, что его убьют, но, сука, мы его сами убьем. Твою мать. Ну, видимо, это все равно бы случилось. Что, блядь? Он зомби? А, мне показалось, что у него... Ну, нельзя его так оставить, не знаю. Мне очень жаль, Сэм. Нет! Бля, а так-то бешенство может быть? То, что он укусил нас, это же вообще пипяу. Помогли, блядь, собачки. Бля, ну не, я уверен, собака бы все равно укусила, что бы мы ни сделали. Ни клянч, ни колюнч. Там так-то, так-то, он бы все равно напал бы на нас, мне кажется. Мы, сука... А теперь люди будут думать, что нас укусил зомбя? Не, ну это очевидно, за 2 года собака какой-никакой фигней могла бы заразиться и заразила бы бешенством. Короче, нет, собакам не доверяем, все. Не, это, кстати, умно, да, что-то я вообще об этом не подумал, что во время такой херни собак нужно обходить стороной. Голодные, злые. Странно, что собака сразу не напала. Она же хочет есть.
Не, ну если бы не укус собаки, было бы все хорошо относительно. Ладно. Укуса... Без укуса собаки лучше, чем с укусом собаки, вот точно могу сказать. Относительно этого было бы хорошо, да. Чё, она? Устала? По-моему, вообще нельзя. Ой-ой-ой. А жить на деревьях там... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Это что такое? Он в одежде школьников американских. Почему он выглядит как дед? Ну вот ему явно этот прикид не идет. Бегите. Блядь, отвянь. Я бегу и так. А чё я не могу бежать? Чё-то как-то не бежится. Ого! О! Сзади! Чё, нормальные челы? Болты закончились. Хватай ее, идем. Давай, деточка. Надо уходить. Ну, добрые челы какие-то. Пока что. Хотя, два мужика спасают маленькую девочку. Может же быть выгода какая-то. Ой, не знаю, я бы, наверное, не стал бы там охотиться на тянок, еще что-то. Когда есть... искусственная вагина. Вот. Вот что хочу сказать. Если бы, ну, я был бы один, то я бы не стал бы этим заниматься. Ну, типа, пиздить тянок там, насиловать их. Думаю, да. Новые персы. Сюда! Что ты здесь делаешь? А где люди из твоей группы? На нас с подругой напали. А эти типы не говорили, что ищут? Может, им нужна была только еда? Мы готовили, кажется, горностая. На вас напали из-за горностая? Черт, как низко. Они никакие имена не произносили, а? Никого не искали? Ну, я Люк, а это Пит. Привет. Привет. Я Клементина. Приятно познакомиться, Клементина. Сейчас мы тебя отведем к нашей группе, ладно? У нас есть врач. А тебе, похоже, не помешает. Ох, черт! Что, что такое? Ее укусили, чувак, блин. Что делать будем? Нет, это укус собаки. Собак я не видел, Клементина. Нет, да посмотрите же, пожалуйста. И чтобы ты зубами вцепилась, Питу в шею? Ну уж нет. Мне в шею? О чем именно? Чувак, я не отличу укус собаки от укуса комара. Это не укус ходячего. Ладно. Давай посмотрим. Стой. Это будет осторожен. Эй, не смотри на меня так. Покусанная только ты, понятно? Видишь? Ну, что? Все так, как она говорит? Ну, может, это и укус собаки. Трудно сказать. И куда же делась эта собака? Я ее убила. Что? Правда? Прибежала собака, тебя укусила, а ты ее взяла и убила? А ты бы как поступил? Не знаю. Она на меня напала. Все равно, нельзя убивать собак. Клементина? Да.
Ты нам правду говоришь? Смотри мне в глаза и отвечай. Да. Ладно, Клементина. Этого достаточно. Ну что еще она могла сказать? У меня хороший детектор вранья, Люк, поэтому ты никогда у меня в покер не выигрываешь. Ты не всегда у меня выигрываешь. Ладно, почему ты так уверен? Я уверен, что не хочу оставлять маленькую девочку умирать в лесу, когда у нас есть врач, который может принять решение. Пусть сначала Карлос посмотрит. Никому это не понравится, особенно после этого... Не надо мне об этом напоминать, парень. Верно. Прошу прощения, сэр. Идемте. Блять, что это такое? Челкарь. Клементина, ты нормально себя чувствуешь? Все хорошо, только устала. Надеюсь, что все хорошо, потому что я тебя больше нести не буду. Не беспокойся. О, черт. Ну что, на этом мы закончим. Такой вот неожиданной концовочке. Не, ну она подходящая концовка, да. Все гуд. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующей серии. Узнаем, что за группа. Ну, хз. Я не думаю, что... Короче, хз, что должно произойти, чтобы... переплюнуть первый сезон. Потому что первый сезон, вау, просто. И выживание, и каннибалы, и всякие заброшенные школы, и какая-то хрень в конце, бошки в картошке. Короче, вау. Вау. Ладно, всем ББ. Да, все, всем ББ.